Что понимаешь под позором? Позор. Позор, унижение. Ну, это как одно и то же, не знаю, позор. Как самобичевание, что-то сделал и осознаешь это, ну, думаешь, что это хреново, но это хреново как бы в той концепции того, как на это смотрят остальные. Под позором понимаешь, что точку зрения других, окружающих кого-то больше тебя волнует, чем своя. Хотя самому может быть вообще наплевать на то, что ты сделал. Ну, если тебе наплевать, тогда ты не ощущаешь позор? Нет, так если мне оно наплевает со своей точки зрения. Нет, мы говорим про состояние. Вот давай состояние. Если ты ощущаешь, что такое позор, да, ты его можешь описать. Потому что ты уже ставишь такую защиту, я могу не реагировать. Да. И тролливали, и все рассказываешь защиту. Я понял. Ты расскажи, вот позор. Ощущал когда-нибудь? Да. Вот что это такое? Ну, сделал что-то, ну, сам ну, себя... Говорили все со мной было. Что? Не проваривались... Так я так не могу вытащить. Ну, по-другому. Я же в воспоминания, я же в воспоминания. Вот. Так по жизни я вот рассказал, не прокатило. Знаешь, эта штука? Вот как только ты его начинаешь говорить, он начинает в гипноз уходить. Угу. Самый гипноз. Так я вспоминаю. Вот это воспоминание в прошлом. Да, это тоже транс. Это тоже транс. Поэтому, ну, как бы то, что хотите. Вспоминаем, хорошо. Это сюда колоссует. Да, да, да. Это резко. Хорошо. Артур, что для тебя такое нейтралитет? Нейтралитет. Доверие? Не вмешивание. Если только нейтралитет рассматривать, не вмешиваться. Конфликт двух людей, к примеру. Какое ощущение у тебя внутри, когда нейтралитет? Пофигу. Ровное, параллельное. Ну, абсолютно такое, что меня сейчас не заботит ни одна сторона вообще. Ты да? Сейчас испытать состояние нейтралитета можешь? Что для тебя радость? Возьмем выше любовь. Радость? Да. Когда все хорошо, вот все идет как вот задумал, вот, и все так идет по плану, все хорошо, отлично, получается даже лучше, чем задумал. Вот-вот радость. Как в теле ощущаешь? В теле? В теле такой энергетический всплеск люди называют как бабочки в животе. Вот бабочки в животе, да? А что это для тебя? Для меня это всплеск энергии. Ага. А радость? Радость – это тоже всплеск энергии. Любая эмоция, как я понимаю, это всплеск энергии, который ощущаем мы на физиологии. Именно как ты понимаешь? Да. А когда всплеск энергии – это классно. Когда что? Всплеск энергии – ну, конечно. Ну, не, ну, злость – это тоже всплеск энергии. Это тоже может быть не классно. А теперь представь, та энергия, которая у тебя есть, ты сейчас об этом говорил, испытывал эту энергию? Ну, а могу – нет. Ну, я говорил, я рассказывал, я не пытался испытать, я бы уплыл. Энергию радости? Есть, да, всплеск энергии. Ну, не знаю. Ну, радостно мне, да, хорошо. Угу. А теперь представь, что эту энергию, которая вот у тебя радостная такая, да, ты ее реализуешь в мире при помощи чего-нибудь. То есть ты участвуешь в каких-то соревнованиях. Пускай это будет бег. Ну, и чтоб она мне... 100 метров. Ага. И попробуй вот сейчас эту 100-метровку пробежать. С этой радостью? С этой радостью, с этой энергией. Угу. Скажешь, когда финиш? Ну, финиш был уже, да, был уже, финиш. Да. Я уже дальше побежал. Особенно заметил. Да. Вот. Ну, я просто дальше уже поплыл в радость. После финиша радость?
После финиша, вот финиш случился, у меня какое-то переключение в не туда произошло, и дальше опять радость, и я побежал дальше. Угу. У меня сравнение пошло. Вот именно вот когда финиш, я его достиг, вот у меня сравнение, он, наверное, и означал, что финиш. Хорошо. А сейчас погружаешься в состояние глубокое, в то, которое тебе знакомо, то, что ты умеешь хорошо делать. И сейчас стоишь ты с этой энергией на старте. И ты знаешь, что скоро прозвучит слово «старт», и тебе надо будет бежать так, как ты умеешь, и направив эту энергию всю на бег, ты покажешь очень хорошие результаты. И сейчас на старт, и ты знаешь, что скоро будет старт. Ты готовишься сильнее и сильнее. Внимание. Марш, и ты побежал. И ты бежишь еще сильнее. Ускоряешься. Ускоряешься, уже скоро финиш. Еще больше ускорения. Еще выкладываешься полностью. Полностью выкладываешься. Молодец, хорошо. Еще полностью. И финишируешь. Хорошее состояние, отдыхаешь. Глазки открываются. Как себя ощущаешь? Хорошо. Так, странно. Ну, не знаю. Вот это уже. Вот такие реакции были на старте. И когда и практически на каждое из ускорений были вот такие вот. Угу. То, что показывало прибор нам давление. Когда он в этом, у него пульс и давление 200 там чем-то заскакивает. Ну, а здесь шла какая-то реакция большая мозга именно на некую мобилизацию и даже на сопротивление. Вот тогда этот прибор мы можем уже к тонометру как-то попробовать зашкалировать. Попробуем, да. И уже что-то у нас какие-то будут данные. А так мы не понимаем, что там. Угу. То есть, ну, я же говорил, он настроен немножко был на другой, но в принципе можно его использовать, потому что реакция идет классная, реакция, вот молниеносная. И мало того, не только там на образы, то есть вот идет, да, то есть, ну и как только вот старт и все, пошел выплеск, молниеносный, и вот такой выплеск конкретный. Вот и мы ускоряемся, а вот сейчас финиш, тоже там, финиш. Ты снимала его самого? Да. Какой у него Келбас был в теле? Да, да. Нет, я его не снимала, ты его снимала. То есть мы можем говорить о том, что это энергия внутри? Ну, по крайней мере, мы можем говорить, что это команды мозга. Это мобилизация. Да, это мобилизация. Это мобилизация, да. Но мобилизация энергетически, да, мы же понимаем. Ну, да. Это... Она ведь все равно на физиологию воздействует энергия по-любому, поэтому... Грубо говоря, электрика. Синапсы работают на чем? На электричестве, следовательно. Ну и химия, не только. Да, и химия. Химию надо другим, а электрику мы можем, по крайней мере, можете кожно-гармонические реакции есть. Угу. Конкретная есть реакция. Все хорошо, а сейчас те три пункта, да, которые мы обговорили, что ты о них понимаешь, угу. На том приборе сделан. Угу. Как а можно, ну, хорошо, еще нормально. Нет. А давай вот прогоним эту сейчас шкалу. Вот те три пункта. Что было то и что сейчас. Вот мы тогда засчитывали. Угу. У него реакция была на несколько там такая своеобразная. Мы не понимаем, что делать. Давай на так, когда... Вот просто предупреждать. Да. Погружение, да, все, без погружения. Просто сейчас. Объясните, да. Что это за шкала. Чуть попозже. Олег, прочитай просто все слова. Это я двигался, я удобнее сел. Подожди, сейчас. Там-то ты не дергался, там ты бежал. Ну да, там я летел. Рука. Может, рука у него уже колбасила? Нет, там колбасила, там по-другому колбасила. Да. Сейчас я попробую экран взять его. В обычном состоянии? Не так, я сейчас свою установку сделал. Нет. Здесь вопрос-то в том, что... Я не уверен, что я в обычном состоянии. Здесь именно обычная и реакция его, скажем, сознательные все эти механизмы, как они реагируют, как он реагирует сознательно. То есть сейчас не проживаешь? Нет, ничего, он просто образы представляет и все, что для него-то есть. Так если я их представляю, значит это транс? Нет. Давай, поехали. Что такое унижение? Когда я испытываю. Тебя.
и касается только ощущений, а не твоих пониманий. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Ну, отлично. Реально. Ощущение чувствуешь? Обвинение. Обвинение? Вина. Ну, да, вина. Ну, когда накосячил, когда сам понимаешь, да, что есть. Как ощущаешься? Как ощущаю, ну, хреновато, но с другой стороны, ну, как бы, ну, бывает. Отчаяние. Отчаяние. Ну, когда все, нет выхода. Когда пропасть летишь, и все, и пиздец. Сожаление. Сожаление. Могло быть и лучше. Что-то такое. Тревога. Тревога. Беспокойство, неосознанное, безосновательное. Желание и... Хотение. Желание, хотение. Или разочарование. Какие-то странные три, они вообще ну, несовместимы. Желание, хотение и разочарование, ну, оно как-то вообще не то. Ненависть, гнев. Ну... Если на кого-то конкретно, то ну, такое состояние, что готов разорвать его сейчас на куски, просто съесть и сжечь, спалить, там, не знаю. Угу. Презрительность, гордыня. Презрительность, гордыня. С высокомерием могу сравнить только. Угу. Подтверждение. Смелость. Смелость. Уверенность. Уверенность в своих силах, смелость в том, что ну, ничего не препятствует, ты знаешь, что добьешься того или чего-то. Доверие. Ну, вот сейчас вот сел, расслабился, все, ничего не тревожит, доверие, я знаю, что ничего дурного не случится. И... Оптимизм. Ну, тоже, наверное, необоснованный такой взгляд на вещи, которые, кажется, ну, которые не совсем, ну, приятны, но ты смотришь на них как бы с оптимизмом, то, что, ну, есть и есть, да и похер. Обращение? Не понял. Ну, обращение. Прощение? Осознание того, что принял как-то, не знаю, короче. А любовь что для тебя есть? Любовь для меня есть слово придуманное, которое привязывает. Радость или благость? Радость, благость. Ну, то ощущение, когда... Уже же говорили, радость, благость. Ну, когда испытываешь, вот, когда переживаешь даже планы, когда выполняешь свои еще лучше, чем задумал, радость тебя превышает, это, ну, поднимаешься. А просветление что это? Просветление. Какая-то ясная мысль, идея, что-то новое. Вот. Озарение? То же самое. Все, спасибо. Все, мне отдавать эту штуку. Да? А тебе понравилось? Ну, прикольно, да. А ты сейчас ты садись туда? Туда. Да. На самом деле, я с этим начинаю все эти штуки, но мне было лучше, чем я. Как? В смысле, что они мерили? Меня здесь сейчас нет. После меня ты процеловал Наташу, мерили и... Абсолютно верно. То есть у него, наверное, те даже эти моменты, да, у него установка остались. Но реакция внутренняя на это пошла другая. Вот когда второй раз ты это делал, как ты себя ощущал? Когда вот сейчас вот да, опять? По сравнению с первым разом? Да не знаю. Ну, нет, просто первый раз был для меня это как что-то новое, а второй это как повторение.
Когда первый раз ты волновался, что можешь наморозить какую-то чушь? Нет, я не волновался, что могу наморозить. Мне был интерес к тому, что он покажет. Покажет. Да, интерес был. А сейчас был интерес? Второй. Нет, сейчас я мог даже, наверное, где-то и сыграть в чем-то. Но второй раз ты не играл. А я не играл. Первый раз я хотел, мне было интересно, что он покажет. Где-то я мог что-то сказать не так. Но ты его пытался обманывать первый конечно, раз, да? Конечно. Да, было. Первый раз пытался, да? Нет, не пытался. Алёша, пытался это. Я скажу, ты не раскакивал. Говорил не то, что был, думал. Ну да. Вот, но это не пытался обмануть, я не хотел это говорить. Да, просто. Не хотел произносить. Да. А вот сейчас он был абсолютно открыт, и абсолютно вот это все ушло. Вот, потому что тех вопросов не задавали, как это в тот раз. Тренировка, компенсация, либо проработка. Да. То есть все из этого плана. Давай. Да. Жди, в общем, не оригинально. Не знаю, что это. Хорошо, что они есть. Просто если вопрос, какую аппаратуру вы хотите, а я знаю, какая она есть. Давайте сюда. Вот пришла любая аппаратура. Теперь надо придумать, как ее использовать. Да? Смотри, вот у нас уже два. Какие? Три. Что еще? Энцефалограф сейчас тянется, будет 4. Да, энцефалограф там уже... Пульсомер неплохо было бы все-таки зацепить пульсомер, он проще, чем тонометр. Хотя тонометр, в принципе, тоже показывает. У меня тонометр вместе с пульсом, понимаешь? Это да, я видел. А это надо на пальчик такое одевать. Так, секунду. Давайте не будем говорить, а то на фоне гул создается, потом ни черта не слышно на камере. Так, какой алгоритм действий у нас сейчас? Олег гонит, фиксируем негативное состояние, среднее и высокое. Три замера. То есть погружаем и погнали. То, что подожди. Он тогда, только тогда он был в диссоциации, теперь надо, чтобы он два полярных, одно посерединке. Тогда много ничего замеров было. Диссоциация, сейчас делаем ассоциацию. Ассоциацию, да. Готов? Давай, да. Хорошо, вспоминай, когда ты очень глубоко и хорошо прожился. Застывай. Застывай только. Держи крепко их. Хорошо. Погружаешься глубже. Хорошо. Руки расслабляются. В кулачках свободно держишь. Отлично. Давай, напиши. Прямо сейчас. Ты будешь испытывать состояние, которое мы прорабатывали до этого. Ты будешь испытывать их в теле. Ты знаешь, что испытав их в теле, у тебя появляется механизм изменения этих состояний. Делаешь это легко и в полной безопасности. Получая механизм изменения состояний, ты легко и свободно управляешь своим телом. Легко и свободно. И прямо сейчас я хочу, чтобы ты, Артур, погрузился в состояние, в котором ты испытываешь позор. Испытываешь его внутри и знаешь, что ты можешь управлять этим состоянием, и когда я тебе скажу, ты это состояние изменишь.
и каждая твоя клетка, каждый твой орган запомнит механизм изменения твоих состояний. И сейчас, испытывая позор, я хочу, чтобы ты испытывал его внутри так, как ты можешь, так, как позволяет твое тело, при этом зная, что следующий этап, следующая ступень – это изменение этого состояния. Чему ли обучается твое тело? И сейчас позор в каждой клетке. Механизм изменения твоих ощущений, твоих состояний. Работает и начинает проявляться. И когда я тебе скажу изменить свое состояние легко и просто, ты его изменишь. А сейчас в полной безопасности ты испытываешь позор. Испытываешь унижение, презрение и ненависть. И испытав это, ты знаешь, что ты можешь легко и свободно управлять этим состоянием и поднять его до уровня смелости. Прямо сейчас испытываешь смелость в каждой клетке. Разрешаются все вопросы, подтверждается и усиливается каждое твое движение. Каждое движение в теле испытываешь это сильнее и сильнее. Уверенность, смелость, практичность. Испытываешь это в каждой клеточке, в каждом органе. Ты уверен и смелый. Каждый твой шаг вымерен и практичен. Каждый твой шаг делает результат и дает тебе то, что ты хотел, то, к чему ты стремился. Прямо сейчас это происходит, и ты знаешь, что ты можешь и это состояние изменить, изменить до желаемого тебе и ощутить себя так, как ты желаешь ощущать себя в настоящий момент. И когда я тебе скажу изменить состояние, механизм запустится легко и свободно. И каждая твоя клетка знает, как отреагировать, чтобы изменить состояние на желаемое тебе. И прямо сейчас ты начинаешь менять состояние на радость. Ты ощущаешь радость и чувствуешь, как ты живешь в полноте. Ты един. Преображается. Преображается все вокруг. Преображается твое тело. Преображаются твои клетки, твои органы. Так, как тебе захочется. Так, как ты их видишь и желаешь, чтобы они были таковы. Испытываешь это состояние в каждой клетке. Хорошо, еще больше испытываешь. Наполняешь. Наполняешь себя больше и больше. Молодец, еще больше. Прекрасное состояние. Прекрасное ощущение. И этот механизм изменения. И эти приятные ощущения ты заберешь с собой. И когда ты полностью проснешься, ты будешь легко и свободно менять свои состояния. Легко и свободно. Испытывать эти радостные ощущения. Менять нежелаемые тебе ощущения на новые. Хорошо.
и сейчас с этой силой, и сейчас с этой силой, с этой энергией ты возвращаешься на свой старт. Ты стоишь на стартовой площадке. И прямо сейчас ты побежишь так сильно, как только умеет твое тело. Как умеет твоя каждая клетка, ты выложишься полностью, и ты знаешь, что старт скоро. И ты слышишь на старт, и ты знаешь, что скоро придется бежать очень-очень сильно. Так, как умеет твое тело. И ты приложишь все усилия для того, чтобы достичь глубокого, глубокого состояния и в нем сделать новое открытие. Новое открытие рекорда для себя. Получив новый инструмент и новый механизм. Внимание! И ты знаешь, что скоро старт. Хорошо. Старт, и ты побежал. Еще сильнее, ты ускоряешься. Ускоряешься так быстро, как только позволяет твое тело. И ты можешь это делать. Включаешь все внутренние резервы своего организма. Организм включается полностью. Получает силу и уверенность. Получает радость достижения цели. И скоро финиш. Финиш уже близко. Еще больше ускоряешься. Пересекаешь финиш и получаешь массу удовольствия. Удовольствие собой, удовольствие новым навыком. Ты преодолел эту черту, черту, которая раньше казалась непреодолимой. И сейчас ты все можешь, тебе все по силам. И возвращаясь из этого путешествия, ты забираешь с собой механизмы управления своим организмом. Возвращаешься. И когда я прикоснусь к твоему лбу, ты полностью проснешься. С новыми механизмами, с новыми навыками. И оставишь там все то, что ограничивало. Глазки открываются. Как ты чувствуешь? Хорошо. Что ощущал? Что было, расскажи. Не помню. Все понятно? Ну так, слабо. Ну не хочу копаться. Все понятно. Какие были реакции последствия? В бегах тоже много. Вообще, ну, вот реакции били. То есть теперь смотри, реакцию этим прибором мы не можем заметить. А этот показывает на шкале, да? На бег не можем, да. Почему у него все? Ты у него спроси. Почему у него все ниже нормы? Ниже нормы? Какой нормы? Давай сейчас не грузиться в это. Мы изменения состояния. Мне нормально, у меня не ниже нормы, у меня все норма. Я не знаю, почему где-то там взяла. Потому что много. Ну что, поэтому здорово прямо сейчас.